Всем привет, и мы продолжаем играть в Ведьмака The Witcher, там какая-то версия Edition, вот. Это восьмая часть, и я тут намудрил, не только что как включал игру. Вместо того, чтобы загрузить сохранение и нажать продолжить, ну типа загрузить, я нажал удалить, и поэтому мне пришлось перепроходить с другой контрольной точки до этого же самого места. Благо, я помню все. Вот. Ладно, погнали. Что мы там до этого завершили? Мы поговорили с преподобным. Он так сказал, вон там вот у нас саламандры сидят, иди с ними разберись. Потому что мы все выполним, что надо. Вот мы и пойдем туда выполнять. Да. А как иначе? Задания-то надо выполнять, они сами себя не выполнят. Вот они основные задания, да? Это основные? Нет, вот это основные. Вот. Хвост саламандры. Я должен пойти в таверну. Пошли в таверну. Чего бы и нет, показать на карте. Вот она, таверна, мы туда и идем. Все. Опять эта дорога тупая, которую я заколебался уже туда все бегать. А еще я могу пить очень сильно хотеть, потому что я такой молодец и наелся орешков соленых. Да, ужас. Теперь пить хочется. Эти орешки. Еще чипсы. Добавить еще рыбу, чтобы вообще просто, типа, двух стаканов хватило и трех за час. О, какая луна классная. Давайте, может, ее сфоткаем. Вдруг... А, ну это нормально. Ничего страшного. Так, F4. Какая большая, красивая луна. Блин, отстань от меня, пожалуйста. Я почему-то постоянно все паузы и такую, и такую отменяю на эскейп, и это не работает. А еще я отключение интерфейса тоже юзаю через эскейп потом. Не могу запомнить никак. Так, там псина. Пойду срежу. Не хочу с собаками разговаривать сейчас. Они атакуют меня, обижают. Злюки такие. Ну, здесь сейчас они восстанут, по-любому. Нет? А, ну хорошо. Мне везет сегодня. Отлично. А там деревня, вон там где-то как раз то место, куда я иду. Что это было, блин? Блин, опять ты. Так, стопы. А, я не могу, ладно. Так, какой там силовой стиль или какой быстрый? Так, X. Ты кто? Ты меня бить пришел? А, ну иди отсюда, ты слабак. Да. Ну спасибо за помощь хотя бы. Молодец. Я думал, ты трус просто обычный, который что-то наговаривает. А он, кажется, помогать мне пошел. Нифига себе, подвиг. Так, уйди. Стой спокойно. Бля, да где? О, гуль. Мне тебя-то не хватало. Слушай, а может быть... Погоди. Бум, готов. Хренак. Ха-ха. Обожаю так убивать, они так легко рушатся. Че у тебя есть? А, белый уксус возьму. И кровь вдруг понадобится, у меня две их станет. Так, отойди. Сейчас еще начнет накинуться на меня собака. Дьявольская. Дьявольская собака. Ну, демона, походу, ими не надо бить. Да что ж такое, повсюду все в крошках, ё-моё. Это не я виноват. Да, я здесь ел, но это не я. Крошки сами виноваты. Блин, так он двери прикольно открывает. Так легко, непринужденно. Типа, откройся. А дверь открывается. Ай. Кстати, да, сегодня будет, наверное, два видосика. А не вчера, как должно было быть. Все дело в том... О, нифига себе. Нифига себе. Повреждение, уклонение, отражение. Перепил алкоголь. Алкоголь не надо. Жажда битвы. Это херня полная. Ну, тут ничего нету, ничего интересного. Так, это что такое? Атака плюс 5, а это что? Атака еще плюс 5, уклонение плюс 5, иммунитет к ослеплению. Ну, по идее, можно долбануть. Хрен ли нет-то? Групповой стиль, кстати, крутая тема. Давайте-ка я ее тоже прокачаю, может быть. Так вот сделаем. Хорошая вещь. Что это такое? Точный удар. Так, это просто иконка прикольная. Такая, о, голова моя, голова. Так, это что?
Полупируэт. Повреждение плюс 25. Нифига себе. Нокдаун плюс 30%. Ну, можно вот эти прокачать два штуки. Хотя, не знаю. Мне кажется, это такое. А можно будет сбросить потом это все дело? Энергия, восстановление энергии плюс 5. Сопротивление отдам. Что? А, ядом отдам. Сопротивление боли, сопротивление к оглушению. А у меня есть оглушение вообще? Места силы два раза в день. Ага. А зачем они? Вот зачем мне эти места силы? Мечет к ядам. Восстановление энергии. Восстановление энергии. Необходим выпить мутаген. Сырой ингредиент приносит 20 очков здоровья и повышает токсичность. Ну, такое. Действие алкоголя минус 50%. Кстати, да, можно, хорошо было бы. Не знаю, выносливость я не хочу что-то качать вообще. Давай ловкость прокачаем, что там было-то. Вот это атака где была. Отбивать стрелы. А он сам это делает же. Атака плюс 50, нифига себе. А как ее прокачать? Хочу. Ладно. Это что такое? Открывает доступ ко всем приемам рукопашного боя. Ко всем? Вот это да. Ну, у меня почти все второго уровня, поэтому как бы... Давай прокачаем вот это. А это что такое? Отражение удара. Еще 10%, да? Ну, а это что? Ко всем приемам рукопашного боя. Там есть какой-то... Соперничество, где нужно победить в рукопашках. Возможно, мне это поможет, поэтому я возьму. Сейчас пройду задание потом. Медитировать, да, на утро. Все, подъем, ведьмак, пошли. Нас задание ждет. Там саламандры в кафешке сидят. Как здесь темно. Вход в таверну. А, кстати, в этой деревне-то около Визимы нету разве? Оба. Смутьян. Смутьяны, иди сюда. Нет, оставь меня в покое. У, голубка наша, проворкуй нам другую песенку. Убери от меня руки, болван. Да, так он тебе еще... она храбрая, это здорово. А давай сделаем то же, что и с Микулой. Помнишь его девочку, Ильзу? Отличная была, наверняка. Так это вы бы сделали. А это кто? Ты тоже новенький? Он тебе, небось, тоже сказал ждать здесь. Ну, давай развлечемся с этой цыпочкой, пока начальник за нами не прислал кого. Чего? Так уж вышло, что эта дама под моей защитой. Поэтому никто из вас не тронет. Это дама. Вот значит как. Мы решили повеселиться, и никто нас не остановит. Даже так? Пришла. Ты уверен? Пизда вам. Смутьяны. Стоп, групповой стиль. Групповой стиль. Тут их до хрена. Вот это. Все, погнали. Вам конец. Уфи. Воу, что происходит вообще? Иди сюда. Куда? Че ты с карачком, что ли, бегаешь? А где остальные-то? Погоди. Иди сюда. Я с тобой не закончил. Готов. Опа! Отразил атаку. Давай добиваем его. Один тут остался. Слишком рано. Все. Поздравляю, Шаня. Мы их убили всех. Кстати, а где все в таверне? Я тебя сфоткаю. Ты появился как раз вовремя. Ты в порядке? Теперь да. Они застали меня врасплох, и я не успела убежать, как остальные. Они убили трактирщика. Больше они уже никому не повредят. У тебя есть время? Ну, очевидно. Я отправляюсь в Изиму. Надеюсь, мы встретимся там снова. Давай я тебя провожу. Эти дороги опасны. Не беспокойся обо мне, когда саламандры бегают на воле. Я подожду тебя здесь. И когда ты надерешь им задницы, добавь еще разок покрепче за меня. Конечно. Хорошо. Я вернусь за тобой, Шани. Я буду здесь. Корчмарь.
Но мне не нравился все равно. Надо проверить, что в карманах. Мне он все равно не нравился, поэтому не важно. Ну сдох он и сдох. Так, ты что у тебя там есть? Монетки две. Спасибо. Пиво я возьму, потому что мне, может, попить с кем-то придется. Это что такое? Еда, черника. Не знаю, нужна. Но возьму на всякий случай, вдруг пригодится. А, останки. 6 монет. Богатый чувак, богатый. Что-то трупов до хрена, а дела ничего нет. Ничего вообще. О, еще еда. Бомбы. Возможно, пригодится. Это что? Ключ. Ключ. И я, где драки? Я хотел драку пройти сейчас. Я сюда пришел для чего? Сундук, ну-ка. О, еда. Медовые соты. А что не дает? Восстанавливает здоровье, возьму. Так, это что такое? Восстанавливает энергию, можно также продать или кому-нибудь пей. Блин, ну ты че? А, козье молоко восстанавливает энергию, возьму тоже. А можно вот отсюда выпить прям? Взять так, хопа и бахнуть. Где оно? Что за фигня? Вот это что? Во. Да что такое? Мне что, обязательно надо выйти из сундука, потом зайти сюда и нажать правую кнопку мыши? Какую-то энергию устанавливает? Нижнюю самую? Хрен его знает вообще, что-то не понимаю ничего. О, кошка. Где? Ладно, Шани. Короче, я все разобрался, я у нас есть ключ. Здесь, иди. Куда? Убежище Саламандр. А, хорошо, ща приду. Их там, получается, будет много, а у меня есть групповой стиль. Им конец. Ой, блин, такие, конечно. Зря они со мной справляться пошли. Кстати, тут и утро наступает, поэтому как бы не страшно. А где всякие защитники? Чуть никого нет. Все сдохли, что ли? Это вот это убежище Саламандр? Вот это вот херня? Ну где-то развилка будет, там они, получается. А что будет, если я буду драться с какими-нибудь призраками? Например, на рассвете. И вдруг настанет период, когда солнце взойдет. Они должны быть исчезнуть же, или мы продолжим драться до последнего? Блин, проверять это очень долго. Здесь что ли? Ага. Так, налево. Так, саламандрики, идите сюда. Слуга Саламандр. Слышь, слуга. Знакомые лица, да? О, еще один друг. Такой же. А дань кто будет платить? Вас клонируют, что ли? Дань? Грег, слыхал? Он говорит, какую дань? Да детей же, идиотина. Дайте мне пройти. Ну уж нет. У плати тебя дань, тогда пройдешь. В два случае часа. Говорим иначе. Ты друг. Это вы какие-то смелые, больно они, если честно. Ого, они сильные, кстати, довольно-таки. Смотри-ка, отбивает много. Да что ж такое? Как там это бить-то групповым? А, там еще третий удар есть. Да что ж такое, меня сзади кто-то еще лупит. Я тебя убью. Да погоди ты. Убить. Их, ни хрена, сколько у меня здоровья-то уже. Стоп, э. Что? Ему плевать? Давай сменим стиль, что ли? Может быть, так пойдет побыстрее. Просто он что-то какой-то дикий очень. Оба, готов. Теперь ты, иди сюда. Говно. Че за меч? Ты что-то не так нажал, что ли? Нет, видимачий. А че он так сильно бьет-то? Ладно, не важно. 6 монет, прикольно. А, так это скоростные были. Черный порох. Порошок. Возьму черный. Останки. 4 монеты. Так, окей. Они здесь сидят, что ли? А можно мне что-нибудь выпить тогда, что ли? А то мне конец скоро будет. Такими темпами-то. Вон, булочку съем. Хорошо. Пойдет, думаю. Что она не ест? Что за... Что такое? Почему ты не хочешь съесть булочку? Ты булочки не любишь? Ни хрена, батон достал, съел. Что-то он не особо-то восстанавливает, очень медленно. Давай лучше ласточку выпьем. Где она там, ласточка моя? Как будто про машину сказал.
Все, заходим. Сейчас втащим всем тут. Эх, ни хрена, ты что это за беспредел? Погодите, стопы. Эй, бля, меня зажали. Сы, пошли нахрен, групповой стиль. Так, это меня первый раз такое достигло, стопы. Ласточка, срочно ласточка нужна. Бля, пиздец. Ну, четвером нечестно. Они просто встали около двери. Как я должен зайти? Загрузить, да. Первый раз проиграл. Так. Надо что-нибудь выпить, может быть? Это что за окрестности Визимы? Надеюсь, это я что-то прошел в этот момент, да? Потому что если нужно загружаться, это плохо. Они лупятся четвером. Здесь как в Ассасине нельзя. Да ё-моё, так далеко она сохранится около них. Добегу все равно, какая разница. Не так уж и далеко. Сквозь двери пробежал. Так. Давай подготовимся на X, по-моему. Почему я не могу здесь переключить? Почему, блин? Куда я пробежал вообще? Что-то не туда. Это, по-моему, здесь Одо живет или кто-то типа того. Так, возьму-ка. Уходи. Так, здесь налево. И там бежать до вечного огня такой статуэтки. Вон дотуда, по-моему, где-то. Вон там, вон он горит. И видно даже отсюда. Значит, какие-то дикие. Так, иди сюда. Я не хочу с вами разговаривать, хочу сразу атаковать. Давай не будем болтать, давай я вас убью просто и все. Да и не хватит, иди, все, заткнись. Да. Ни хрена он, конечно. Так, фикс. Давай вот это попробуем. Быстрый стиль. Они же вроде быстрые. Ага. Тайминги, конечно, тебя бесит. Так, ну они особо не атакуют меня, типа, я их легко убиваю. А там, наверное, придется применять технику другую. Командные работы или как там, групповой стиль. Ну там не мелкие противники. Так, давай я F5 тут нажму. Эй! Вот, сохрани игры. Все, погнали, внутрь. Сейчас я их уделаю. Блин, как это дебильно выглядит, вот почему? Ага. Пиздец, они лупят. Я ж нажал! Окей, нормалек. Следующий. Он даже отойти-то не может толком. Бля, бля. Зажали опять! Я в курсе. Уйди. Да ну нахрен, одним ударом. Как это пройти вообще? Вставай, загрузить, блин. Ну это бред. Типа туда заходить надо. Это главное не удалить случайно. А то я так делал уже. Может быть их огнем шарахнуть? Это 4, по-моему, было. Вот так вот, зайти, херахнуть огнем, они все горят. Ты смеешь бросать вызов саламандрам? Да что такое это вообще? Может, групповым стилем их отхерачить, а? Я тебя убью. Может, он умрет, пожалуйста? Быстрее давай. Меня тут чувак слева бьет. Конкретно причем. Как это... Тихо. Он меня ударит, успеет. А, нормально.
Отходим. Да ты какой ты точный. Не понимаю. Может, групповыми стилями все-таки их подпобить? Попробовать. Там их дохрена, там вроде какая-то... Добавляется урона вроде, когда ты много попадаешь по людям. Странно, 4 минуты херню не могу пройти уже. Это очень много. Это очень много для этой игры. И вдруг это почему-то сложно стало. Так, где там групповой стиль? Это Си. Вот, все, пошли. Сейчас я вам устрою. Да ё-моё, ну блин, как это неудобно! Бля... А, ну по идее пошло-поехало, да. Блин, там третий удар был. Да иди ты нахрен, что это за бред? Я хз, как это пройти? Ну все, пизда. Я даже ласточку не могу выпить. Там, во-первых, он заходит в эту комнату, я не могу сразу ударить. Потому что камера просто по-ублюдски установлена, что мне приходится камеру и крутить, она лагает все, и это такой бред. Ну, вроде работает эта херня, конечно. Пиздец. Вот как я должен сейчас бить? Вот как? Как я должен бить? Почему он меч вообще убирает, дебил? Я не вижу, где я стою даже. Понимаете? Это полный бред. Я тебя убью. Так, здесь надо отойти, походу. Так, ой, хорошо-то как. Походу я выиграл. Так, во-первых, вот это я сейчас бахну. И, во-вторых, хренакну вот это. Чтобы его уделали просто, суку, блядь. Мудак. Все. Уделано. Разорвано на куски, уроды. Что это? Кремень. Буду костры зажигать. Так, F5. Все, я это прошел. Ну это реально ни хрена не видно ничего. Что это? Селитра. Порошок возьму. Бутерброд с курятиной тоже возьму. Сейчас его съем сразу прям. Так, вот тебя еще не облутал. Я вообще ему голову снес, смотри-ка. У него головы нет. Я даже не видел такой, что так может это делать. Прикол. Внутреннее сало. Ой, блин, какие они. Контейнер, что это, булочка. Ножка. У них больше тут ничего нету. Люк. Люк Скайвуд. Хм. Знакомые ящики. Так этот ублюдок торгует с саламандрами. А нахрена ты в люк засмотрелся? Бля, погодите, а что за херня? Куда я иду, собственно, вообще? Какой-то цветочек, двустрела, что-то. Кольцо. Кольцо мне нужно. Орден на арест. Вы уже читали. У меня два ключа каких-то. А, ну, это окей. Ключ от склепа. А нафига я... А, ну, по идее, нужен, наверное, да. Это заходить, вдруг нужно будет. Прокачать я ничего не могу, все равно, это не важно. Ой, фига себе. С ними разговаривать я не собирался вообще, в принципе. Сколько их тут? Трое? Ну, по идее, ерунда. Здорово. Узнаете? Я давно тебя жду, деревенский живодер из службы очистки. Твоим людям пришлось пострадать перед смертью. У тебя есть кое-что, принадлежащее мне. Неправда. Да? Ты же, как и твой предшественник, работаешь на убийц и насильников. Где Беренгар? Этот болван сбежал. Но я-то не сбегу. Короткой встречи он был более разговорчив, чем ты.
Неудивительно. Азар Евет может быть очень убедительным. Кто такой? Я не знаю, кто. Да, расскажи-ка он перед самый смертью. Главный, и он могучий маг. Не чита тебе. Посмотрим. Храбрости тебе не занимать, ведьмачок. Посмотрим, ведьмачок? Как ты запоешь, когда Азар до тебя доберется. Убийцы? Ода, это вшивота деревенская. Пришел сюда, чтобы научиться убивать воинов. Мы ему сказали, что такому жалкому пьянице, как он, остается только мечтать о бое с настоящим воином. Хватит. Нафиг с ним разговаривать? Переходить к делу. Стой! У нас нет того, что ты ищешь. На меня как бы плевать. Здесь ничего нет. Они отправили все прямо на нашу базу в Изиме. Спасибо за информацию. А теперь потанцуем. Все вместе. Потанцуем! Я тебя выпутаю. Как они больно бьют-то? Да, да не зажимайте! Заколебали зажимать. Это просто жесть какая-то. Сидят, зажимают меня вечно. Иди сюда. Ты как бы трупу готовся быть. Оп, отбил. А я заднего попадаю вообще? Так, погоди. А, так он сдох. Тогда другой. X, по-моему, да? X, да. Z, точнее. Окей. Ну-ну. Все, готов. О, пацан, ты что здесь делаешь? Отлично, ты с мечом управляешься. Альвин, ты что здесь забыл? А ты как здесь оказался? Преподобный отправил меня в заброшенный дом. Сказал, меня там будут ждать. Ах, он, ну блин. Я рад, что с тобой все в порядке. Я слышал, как они говорили, что нас отведут в Изиму. В Изиму. Именно туда я и отправлюсь на поиски Саламандры. Что за череп в воздухе? Надо выбираться из этой пещеры. Вот здесь стена, похоже, тонкая. Можно попытаться ее сломать. Попробуем. Окей, сейчас погоди, дай-ка останки соберу. Что такое? Книга Филина. Круто. Так, а что такое? Филин. Эликсир. Энергия и регенерацию. Это возьму тоже. Так, надо сохраниться. Здесь надо сохраняться в этой игре все-таки. Я не думал до этого об этом. Так, еще останки. Сколько тут? 10 монет. Да они богачи вообще. Это сейчас тогда 1000 доберусь. Что здесь? Сундук. Еще кольцо. Хо. Кольцо подарю кому-нибудь. Что такое? Синий метеорит. О, это можно оружие починить. Возьму, возьму обязательно. А куда он мне попал? А вот, окей, а что такое? Раствор ртути тоже возьму. Блин, какой полезный ящик оказался. Грибы и шибалы какие-то. О, хорошее пиво. Как он в кармане носит хорошее пиво? Ящик еще. Еще охереть. Да у меня уже 1000 монет. Тоже возьму. Факел. Источник света. Ну это херня. Это я не буду брать. А это что такое? Черника, а это что? Черный порох возьму. Так, еще есть что-нибудь полезное здесь у них? Котел. Бараний окорок. Ну, возьму тоже. У меня заканчивается место. Надо будет сказать, скоро жрать. Все. Ребенок, ребенок. Что? Альвин. Вон еще грибы. Ну, я соберу, потому что вдруг можно что-то покрафтить. Давайте даже сейчас-то покрафчу. Как бы идеальная техника. Что там можно покрафтить у меня? Вот это. Ну-ка. Масло от глаз химеры с особой субстанцией. Что это вообще? Это душа пса-призрака. У меня не хватает на это. Что она делает, я без понятия вообще. А, масло от призраков, а я могу. Где эта ласточка? Почему я не могу? Чего мне не хватает? Масло от падальщиков.
возьму. Маску от призраков. И то, и другое сделаю, и все, окей будет. Чтобы ингредиенты пропали там, все делаю. И надо похавать, наверное, еще. Блин, медитировать надо обязательно. Ну давай. 30 минут уже. И мы Альвина нашли. Что он тут делал вообще, без понятия? Преподобный отослал его, урод какой-то. Не знаю. Мне он не нравится. Это печалька. Так. Что у нас тут и есть еще? Хвост саламандры. Я должен найти выход из этой пещеры. Ну это окей. Давайте что-нибудь съедим. Что он повышает, вот карачок? Я не вижу, что он повышает. Давай еще что-нибудь съедим. Не выкидывает же. Что это? Регенерация энергии. Нет, не буду. А, тоже съем. Все, пошли. Где они там? Вот там пещера, вот эта стена, да? А где ребята? Так, мне нужен один. И... Видал? Видал, что могу? Отлично, ты с мечом управляешь. А не надо. Пока. Пошли. Идешь? А, он медленно идет. Хорошо. Это что за котел? А, это то место! Вообще с другой стороны выход. А я думаю, зачем эта пещера нужна? Она вообще бесполезная была. Ты сейчас что здесь забыла? Зачем ты здесь, ведьмак? Чем занимаешься, ведьма? Колдую. А что? Слишком много дыма и вони от твоего колдовства. Сильные ингредиенты нужны для могущественных заклинаний. Достаточно каких? Могущественных для целой деревни. Для чего? Выгляни что? На улицу. Видишь разъяренную толпу с факелами? Они пришли за мной. «Жечь зачем? Ведьму!» — кричат они. Так они же другое. Зверя. Я вынужден защищаться. Люди сами вызвали зверя своей безнравственностью. Меня это не удивляет. Микула — благородный стражник ворот. Он изнасиловал девушку по имени Ильза. Она покончила с собой. Ты продала ей яд. Пьяница Ода убил собственного брата из-за денег. Преподобный выгнал свою дочь, когда она забеременела. Теперь она торгует с собой в Изиме. Харин выдал стражникам белку за горсть золотых. Ты знала обо всем этом и ничего не сделала. С какой стати что он должен мне что-то делать? Они мои клиенты. Они отдают Согласен. Свое золото за яды, приворотные зелья и прочие снадобья. Не мое дело, как они их используют. Теперь она этими волосами заигрывает со мной, что ли? Что это такое? Что они дергаются? Разоблачить виновных. Как бровки. Здесь я поговорю с ними на улице. Геральт, не позволяй им причинить мне вред. Если бы ты знал меня ближе, ты бы понял, что мои грехи не так велики, как они говорят. Правда? Проверь. Давай, сам, расскажи. Мы здесь одни, и у нас масса времени. Давай. Бросается в глаза, я бы с радостью узнал тебя поближе. Ох, пикапер-то. Что-то какая-то как ведьма какая-то вообще. Конкретно выглядит тут. Спасибо. А где Альвин твой? Я рассказала тебе все. Выбор за тобой. Очень интересная информация. Пойду-ка теперь поговорю с людьми, что тебя нельзя трогать. Выход, конечно, выход. Куда же еще? Пойду с людьми говорить. Сжечь любовницу дьявола! Пусть сдохнет в мучениях, сука! Мы знаем, я вам сейчас устрою. Ведьма прячется внутри. Выводи ее, пусть вечный нет. огонь поглотит ее грешное тело. И вообще мы нет. избавимся от зверя. Не так быстро. Мы должны судить ее по справедливости. Эта сука разрушила мою жизнь, требовала золота, а потом грозила проклясть меня. Она заколдовала моего брата. Она хотела забрать его вместе со всем его золотом. Мой брат отверг ее, и тогда она его убила. Она заколдовала меня дьявольским колдовством, подчинила себе мои руки и убила его. О, ага, мерзость. Я думал, ты бухаешь О, теперь. Коварство!
Я нашел в ее хижине куклу, похожую на тебя. Мне до сих пор это снится. Мой брат работал в поле. О, ужас. Ее колдовство сотворило убийство. Она заслужила... заслужила смерть. Я вер... ни хрена вот это. Воином, а ты просто пьяница. Как бы ты смог убить его, если только алкаш не во сне? Зачем ты слушаешь его, преподобный? Он мутант, выродок, ведьмак. Каковы? Я тебе помог вообще. Обвинение, Харен. Он может спасти нас от заклятий ведьмы. Она меня сделала говенкаром. Она обещала кем? Отдаться мне, если я помогу с Коэтаэлем. Я ненавижу нелюдей, но я торговал с ними. И нажил отличную прибыль. Золото — это еще не все. Есть еще принципы, которые нельзя нарушать. Вот это да, кстати. Бандитами, которые крадут детей. С этим, как Кротуэли, как там Кротуэли. Ты говоришь. Нет. Ты принял Сламандр. Решение, ведьмак. Что ты думаешь, преподобный? Ведьма использовала Одо и Харина для своих черных дел. Она отравила Ильзу. Вот Митру это да. Изнасиловал Ильзу, которая затем покончила с собой. Абигайл не одна из нас. Она должна была убраться отсюда давным-давно. Ну, может, она уедет. Но она предпочла остаться, чтобы отомстить нам за свою чуждость, за злую судьбу, которая постигла ее. Она использовала свои дьявольские чары, чтобы подчинить себе этих простых людей. Они она сами к ней приходили. Зверя. Вот в чем правда. Вообще-то... Заткнись, ублюдок. Ты привел эту свору подлецов, а значит, ты не мог не знать, что они продают детей саламандрам. Знал про убийство и изнасилование. Плевал я на тебя. Вы здесь все одинаково виновны. Ты об этом пожалеешь. Да что ты? Я забираю Абигайл. Расходитесь по домам. От зари времен! Женщина — корень всякого лиха! Это орудие хаоса строит козни против рода людского. Женщина влекома лишь похотью. Ради своих влечений, противных природе, она они демонам охотно не убьют. Служит. Мне они вообще не нравились. Сжечь грязную ведьму! Что, драться с ними? Сожжет. Люди... они ничего не сделают, пока мы вместе! Хотя бес вселился, что ли, чувствуем движением. Пшел вон, ведьмак. Оставь ведьму. А ты попробуй, Кмет. Саламандр нету. Прочь, мразь. Ой, обосрался. Все. У вас два варианта. Ждать моего ухода и убить Абигайл. Но я вернусь. Я вырежу тут все, что движется, каждого вшивого кмета. Или попробуйте жить достойно, в согласии с совестью. Выбирайте. Но они сами во всем виноват. Причем здесь она? Спасибо, Геральт. Идем, займемся зверем. Ну, типа, фотка такая, мы к зверю... Блин, там только утро должно было настать, опять ночь, что ли? Где зверь? Я вообще не ожидал, что он сейчас будет здесь. Это босс? Походу, да. У меня есть на него примерно минут 15. А можно с ним договориться, типа, или загадку отгадать, которую он там скажет? Давай, я знаю загадку, человек. Или ты еще загадку будешь загадывать?
Давай зелененьких псёков не будешь вызывать. Загадку загадывай. Эй, тихо. Ай. 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 Да я не могу драться вообще. Что за говно? О, поехало. У меня Эбигайл сдохла. Что, серьезно? Погоди, это не пойдет. Это где вообще? Нафиг он тут стоит, она мешается только. Так главное, чтобы это недалеко было. Бля, опять ты. Я наш... Ладно, вырежем, попробуем. Ты пришь? Заткнись, ублюдок. Да. Закрой пасть. От зари времен. Тут вроде не было диалогов дальше, да? Корень всякого лиха. Почему их нельзя пропустить? А, можно. Тихо, погоди. Тихо, сохраните F5. С. Отойдите от нее. Да нахрена ты к ним лезешь, дура? Блин, дебилка. Да ты, блин, что за ебанутые сохранения? Какой дебил-то придумал? Отъебись, пожалуйста. Твой брат... Золото. Ты торпишь, ведьма. Она испол... Накрой пасть. Все, пошли. Хуярим. К ней подойдем и долбим. Да бей их! Че ты стоишь, дебил? Блин, бей! Бля, она опять сдохла, что ли? Сохранения просто конченые. Почему он не бьет ничего? Чего он ничего не делает? Что это такое? Это просто долбанутая какая-то херня. Меня просто раздражает этот боевка. Он просто ничего не делает, когда надо. Опять с этими дебилами разговаривать, я не хочу с ними болтать, они идиоты. Сжечь! Пусть ждут. Мы... Нет. А мой... Я... Один алкаш, другой насильник, другой продавец детей. Она меня нахереть, блин, собрались, еще обвиняют кого-то. Это ты что? Ве... Мику... А-ан... За... Ты... От зари... F5, можно нажать сразу? О, сохранение, заебись ему. Отлично. Эйс, спасаем... Да куда ты убежишь, дебил? Как он меня раздражает-то порой. Просто капец. О, она жива. Спасибо. Так, здесь, наверное, один нужно. Вот что он стоит? Что он стоит? Хоть сохранение есть, эту херню не слушать. Ой, спасибо большое. Большое спасибо. Это тяжело ее спасти, еще себя не дать убить. Может, какой-то там... У меня зелье против призраков, по-моему, было. А? Погоди. Блин, они уже бьют. Они уже бьют. Где зелье против призраков? Вот это? А, вот это что такое? Ласточка, это что такое? Малиновый напиток, стоит энергию? Нет. Пиво тоже не то. А, рудело значительно повышает регенер. Нет, не то. А, это вообще херня. Куда что такое? Малиновый сок? Нет. А где? Это что такое? Масло от падальщиков? Нет. Селитра. Бутылка с водой восстанавливает энергию. Можно также продать или что? А, вот это что? Нет, не то. Ласточка. Значительно повышает... Это не то опять. А где моя эта штука-то? Что за бред?
Значит, повышает ранить не то. Сир. Во! Вот такая вот склянка. Я не могу. Я не могу его пользоваться. Прикольно. А зафига мне это нужно? На меч, что ли, накладывать? Это какой? Погоди. Это какой? Стальной ведьмачий меч. Вот сюда надо. Давай. Ага. Быстрей. Быстрей, блядь. Да бей, блядь. Дебил, блин. Какой ты тормоз-то, пожалуйста, а? Хуйню просто невозможно пройти. Это не сложно, это тупо просто. Быстрей, 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 выбери режим тот, который нужен. Быстрей, блять, не стой как дебил. Ты какой-то козлина-то, а? То есть нужно достать меч. Ебануть по кому-нибудь. У меня уже хп нету. Понимаешь, это просто бред. Ей конец опять. Я не достаю до тех дебилов. Я не могу туда пройти вообще даже. Уйди от нее. Уйди нахуй. Ага, отлично. Иди сюда. Иди сюда. Тихо, не, отойди от него. Так, где там эта херня, баночка, скляночка? Вот она. Где, нет. Чего? Вот эта херня, да? Ага. Окей, херач, все, готов. Он умрет сейчас. Отлично. Только другой режим надо бить, по-моему. X. Окей. Херач. Блять, на. Нет, у меня труп. Блин, они восстанавливаются. Ну это какой-то бред полный. Заебись. Я хз как это играть. Это просто бред какой-то. Он не бьет второй раз почему-то. О, да ладно. Это что за передурки? Так нечестно. Это была твоя последняя ошибка. Какая? Должно быть, ты измучен битвой со зверем. Нужно прекратить твои страдания. Умри, проклятый мутант! На вас двоих у меня... Она жива? Сил. Фома! Навилы его! Какой он мудак. Они ее убили! Такой бред, блин. Как это проходить вообще? Такой чушь. Такой чушь. Смотри сейчас, как он загрузится. Во-первых, камера будет в ебенях просто. Вот почему он стоит дебил? У меня уже хп нет. Бей. Отлично. Так, стоп-э, стоп-э. Да не то, икс, во-первых. Икс, так, и потом... Блин, не то опять нажал. Вот это. Так, на меч надо вот эту херню, где она, вот склянка, вот сюда. Все, тебе пизда. Все пиздец. Да бей его! Ой, че он не бьет? Я нажимаю, бить, он не бьет. Вот опять он не бьет. Опять он не бьет. На, блядь. На, блядь. Все. Изи. Что происходит? Ну бей, блин! Какого хрена происходит? Защитить ее надо. Быстрей! Блин, это вообще бревно. Где она? Вон, блин, не бей ее, уйди нахрен. По-хорошему говорю. Пошли нахрен, да, блять, как бить-то тут? Так, преподобный остался. Иди нахрен. Как тяжело это.
Ой. Бей! Бей! Да, блин, не стой, дебил! Более тупорылой миссии я еще не встречал. У тебя деньги есть? Скотина. Дай сюда. 250, что это? Пропуск. Отлично вообще. Вообще идеально. Благодарю тебя, Геральт. Что бы со мной стало, если бы не ты? Я без понятия, рада, я сам задолбался. Кем ну, вот это. Если бы я тебе не поверил. Спасибо, дорогой. Прощай. Давай. Это возьму, это возьму, это возьму. 100 монет. Блин, да они богачи. Почему они мне сразу деньги не давали? Смотри, сколько денег тут. Ой, блин, это возможно. Прикинь, это возможно сделать. Охренеть. И хрен ты убьешь вообще, а? Просто долбанешься. Это что? Возьму тоже. Пиздец. Тварь какая, а. Он еще думал, что сможет одолеть меня. Это вообще ни в какие ворота. Блин, теперь к Шане, что ли, идти надо? Давайте на этом закончим, наверное, сегодня. Какой тяжелый сегодня был день. Просто охренеть. Какой тяжелый. В 5, обязательно в 5. Главное, случайно не удали. Давай еще раз даже нажму на всякий случай. Все. Фух. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Заходим в комментарии и обсудим то, что надо. Обсудим сюжет, обсудим, ну, можно обсудить мои поступки, так что, типа, ну, как же иначе. Вот. И заходим в группу, там есть скриншоты, обзоры и саундтреки из игр. Да, я это загружаю, каждый день что-то там есть. Ну, и всем спасибо, и всем пока.